Всем приветики! Как через Audacity отредактировать отдельно левый и правый канал? Потому что вот мы когда выделяем какой-то фрагмент звука, мы выделяем два канала сразу. И если мы что-то будем делать, то это произойдет сразу с двумя каналами. А чтобы отдельно отредактировать левый и правый канал, нам нужно нажать вот сюда, на эту надпись, где есть стрелочка. Откроется менюшка и выбрать «Разделить стереопоток». Посередине появилась желтая полоса. Это говорит о том, что дорожка разделена на две части. И теперь мы можем отдельно редактировать фрагмент. Вот, например, если мы хотим удалить здесь вот кусочек звука, то, кстати, здесь нет такой функции, как в Adobe Audition «Тишина». Вправки вот мы можем либо удалить, например, но это уменьшит нашу аудиодорожку, либо вырезать, это будет то же самое. А вот именно тишины нету. И чтобы удалить, вставить сюда тишину, мы идем в эффекты. Здесь, кстати, нету тоже ничего такого похожего на тишину. И поэтому мы идем в усилитель. И оно вот нам предлагает усилить на 16. И усиление это обычно, ну, как бы делает звук громче. То есть, если мы применяем, вон он каким стал огромным. Он стал громче. Но нам нужно сделать его не громче, а вообще удалить его. И поэтому мы в усилении ползунок просто выдвигаем в самый конец, то есть в ноль. Ну, в минус 50 мы делаем. И это удалит наш звук. Интересно, можно ли сделать больше 850? Нет, нельзя. Или, например, 70. Нет, нельзя, 50 это максимум. Делаем минус 50, нажимаем, ну, то есть ползунок в самый конец отодвигаем, нажимаем ОК, и оно полностью удаляет звук. Вот здесь вообще ничего не осталось, видно, что полосочка пустая. И таким вот образом можно делать. И если вы один раз уже применили усилитель, то оно запомнило это и второй раз. Если вам нужно много где вырезать много фрагментов, а вы уже один раз вырезали где-то, то на остальных фрагментах вы просто выделяете то, что можно удалить. Нажимаете эффекты, и просто повторить усилитель. Все. И оно применит опять минус 50 к этому месту. Да и вообще ко всем другим. Вот, например, здесь вам надо удалить. Можете нажать вот горячие клавиши Ctrl-R, например, нажимаете вот. Выделяете, нажимаете Ctrl-R. Все, оно удаляет. Таким вот образом. Как-то так. На этом все. Всем покедово.